Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте моего подписчика Егора, и у нас будет, как обычно, очередной роллинг. Будем ролить 73 тысячи самов на героев. Он находится в гильдии Генбиг. Так вот она называется. Битва гильдии атака фортов, первое и второе места. Прием только через WhatsApp. Плюс 792-142-67-226. Так, что по участникам? Ну, неплохая сила, где-то в районе 150-200 можно кидать заявочки, вступать. Гильдия активная. Так, окей. Смотрим. Давайте сначала его алтарь посмотрим. Тыковка. Уп, огонь. Тыковка, конечно, без талантика. Аккаунт, судя по всему, молодой. Так, череп, разбросик, утекание. Ну, такое себе. Талантиков не хватает очень. Нормально, нормально. Судя по всему. Ну, сейчас посмотрим. Без доната или донат. Так. Утекание, смотрю, утекание столько. Светы. Ну, героев нам надо очень много. Судя по тому, что я уже вижу. Заклинательница есть. Так, ну что нам надо так на первый взгляд? Анубис. Бигфут Рину есть. Фрея, как обычно. Очень недостающий для всех герой. Асура последний. Ну, в общем, заклинательный соседный тоже я что-то не вижу. Да, Седна тоже нет. Так, посмотрим. Аккаунт бездонатный, вот так вот, что пройдено, ну уже неплохо, уже КФ добрался, по подземкам смотрю тоже неплохо, а пятерки только к пятеркам дошел, я смотрю на огни, там 727 у некоторых топов не фармит 3 огня, так, ну что у нас, вроде так ничего, аккаунт 10 почти тысяч силы, ну герои довольно-таки приличные уже. Если брать, там стрелок есть, ворожей есть, бигфут, рину есть. Конечно, талантов. Ролим на 53 тысячи, потом паролим талантики. Так, ну, копит ресурсы, смотрю, некоторые. Ну, героев хватает. Только все не те. Ну что, поехали. Будем пробовать что-то интересное. Специально после полуночи решил пофармить его. Посмотреть, что да как нам упадет. Но что-то пока все печальненько. Синь да зелень. Так, Тесса. Интересно уже. Была она, не была. Не посмотрел, но она особо часто не используется, поэтому фея. Так, места не хватает. Да, накопленные самики. Вот так вот. Ну это просто жесть, ребят, смотрите. Если сравнивать с другими аккаунтами, да, которые мы видели уже. Заклинательница еще одна. Имка. Честно говоря, герои-то неплохие. Ведьма. Аталантики ему нужны будут. Ну, не знаю. Еще одна заклинательница. Сбрил я бороду, трак тебе дох, теперь у нас не получается. Так. Ну это просто жесть. Наверное, фараон один, еще один из самых таких, скажем, королева гарпий. Лучших роллингов, которые у меня вообще были. Сноузила, Гаргул, Медуза. Просто жесть, Дед Мороз. Атлант.
50 тысяч самоцветов, капитан Дрейк. В никуда просто. Ворожей. Еще один клуб Багрома. Ну, начали что-то падать, но... Снова Зила Купидон. Леди Лео. Так, ладненько. Сейчас попробуем сделать ход конем. Так, тут у него череп не открытый. Заберем ему скин черепа. Ну, честно говоря, не знаю. Какая-то хрень реально. Когда аккаунт встает донатным, тогда начинает падать. Хоть немножко доната. Когда он бездонатный, вообще ни хрена не падает толком. Так. То ли это от дня зависит, вообще непонятно. Так, окей. Вот так вот. По акциям, конечно, у нас сегодня ничего интересного нету. Что там, архидемона открыли уже или нет? Еще нет. 98. Возьмем ему еще немножко очей. Я не буду заморачиваться. Я, как обычно, просто жмакаю. Там как повезет. Так. Ну что, поехали, давайте лучше талантики сейчас паролим. Посмотрим. Может, хоть таланты получится паролить нормально. Так, ну будем ролить на стрелке. С героями, как видите, заклинательница нападала, кстати. Хочу посмотреть. Тесса. Ну, недостающий герой, но, блин, не то, совсем не то, ой, говорю, ладно, давайте еще за 450, просто непруха, вот так вот, сейчас бесплатки херась, так, окей, поехали на стрелка, будем пробовать, так, это все фигня, фигня, четверка бас, ну заменим, все равно лучше, чем каменка. Блин, так хреново таланты падают. Да, аккаунт, как видите, бездонатный, но некоторые талантики неплохие есть. Тут даже, по сути, не на кого их ставить. Так, стойкость, в принципе, неплохо. Вот так, немножко силу будем поднимать. Так, 4-5. Рина у него уже максимальный смысл ставить даже нету. Так, тут пятерка стоит, утекание. Да уж... Что тут сказать? Так, друид с берсом. Мы поставим на дерево. Быстрее качнет. Так, ну это единичка, это фигня. Блин, даже таланты толком не падают. Четверка. Поменяю, нехрен тут даже пятерку ставить, лучше пусть будет каменка. Больше выживать будет однозначно. Так, ну мы хоть одну пятерку выбьем или нет? Пятерка
Пятерка, тяжелый удар. Ну, блин. Херня, конечно, по сути. Ну, чаш уже есть. Вот так вот. Облом полный, ребята. Так. Ну, для силы поменяю. Да, какой-то невезучий аккаунт. Не знаю, чего так. Давайте на тыковке паролем. Видно, и таланты не падают. О, вот это оно. Вот это бог войны. Отлично. Отлично. Кому мы его поставим? А кому мы его поставим? Тут с таких даже дамагеров. Но тут нету смысла. Это все равно будет лучше. Так, ну у меня одержимый напрашивается на бога войны. Для подземочек ему будет самое то. Так, дерево. Да, ставим сюда ему утекание. Вот для подземок будет просто огонь. И темно-тыковку. Тыковка более какая-то везучая. Так, утекание, четверка. У кого там единички? Ну, да, еще пятерку. Бех. Ну и таланты дает, конечно. Ой, блин. Блять, вот че не... Ладно, промолчу. Почему не 5-8? Сука, обломщики. Так. Ну, тоже хороший вариант. Ник у него, конечно, недокачанный. Да, у него нету никого такого интересного. Дрейк. Утекание он уже прокачал ему. Поставим на Варлока. Можно было, конечно, бога войны и на Варлока поставить, но ему для подземок Варлок не особо. Ему главное сейчас будет на его силе проходить подземочки. Так, поменять. Огненная защита. Вот тыковка какая-то везучая больше. Так, ну, поставим, наверное, так, сейчас Сарину есть. Бигфут. Бигфут ожог. Я подумаю. Беги. Так, вариант либо Бигфут, либо Рину. Для Бигфута ему надо будет уклонение до хренища собирать. Не думаю, что он в ближайшем будущем поставим. Вот так вот пусть будет пока. Это будет лучший вариант, наверное. На беги все равно уже стоит. Пятерка опять, блин. Блин. Начало давать пятерочки. Что у него тут такое интересное есть? Дерево уже четверку поставили. Так. Ну, то разве что кому-то, кого он такого будет использовать в ближайшем будущем. Тут опять же таких героев особо нет. Так, медуза. Вот поставим так, это первая медуза или вторая. Так, химка, друид. Да, лучше тыкнем на медузу. Так, ну, сделаем еще один ход конем. Проверим все-таки этот рандомчик. Очень мне стало интересно, что же за фигня. Сыпет или не сыпет после доната. Так.
Тут у нас черепа забираем. Скин черепа у него уже есть, в принципе, неплохо тоже. Сейчас мы его сразу активируем. Так, теперь у нас будет ну что, поехали, продолжаем, пробуем. Так, купили, посмотрим. Друид, варлок, еще медуза, хранитель, череп, гаргул. Ну, в общем, падает все то же самое. Купидон. И рыцарь, вот так вот. Ну, что я могу вам сказать? Трендом. Кому как. Да, конечно. Печально от таких роллингов. Так, что у нас тут есть? Архидемоны, рубашка и вверх. Поехали посмотрим. Двенадцать попыток. Может, что-то интересное выбьем. Добьем сейчас ему молотков гоблина. Так. Блин, думал, уже какой-то герой упадет. Так. Дед Мороз, да, серьезный герой. Ну, хоть Тассу, в принципе, выбили, радует. Хоть что-то. Так, окей, забрали все. Ну и скин получил. Немножко талантиков, ну, конечно, хотелось бы поярче все, но ничего не сделаешь. Так. Черепок у него уже со скином. Давайте Тассу откроем. Ну, как видите, падают одни и те же герои, которые у него уже у него есть. Так, а что у нас тут? Псих. Грубая сила. Ну, в принципе, тоже неплохо. Кстати, грубой. Так, больше ничего нету. Так. У нас там Тесса. Ну, давайте вот так. Ничего. Все, ребят, пишите комменты, подписывайтесь обязательно. Участвуйте в конкурсах. Думаю, сделаю завтра уже розыгрыш на... Точнее, сегодня будет уже... 31-е, уже 31-е розыгрыш на Некроса, и дальше уже посмотрим, что будет в следующем розыгрыше. Все. Всем удачи, получше, чем сегодня было, но ничего не поделаешь. Всем пока.